Да, похоже, этот видеоролик закончится, не успев начаться. Как вы видите, у моего противника дробовик, а значит, шансов у меня немного. Но я больше склоняюсь к тому, что он просто не успеет среагировать. Мне очень сильно повезло, что эта сучка с дробовиком не продырявила меня. Кстати говоря, о везении. Видите этого парня? Я тоже. И я считаю, что ему пиздец как не повезло встретить меня. Как же быстро этот парень отлетел от моего ноускопа. Стоит лишь глазом моргнуть, и противника как будто вовсе и не было. Кстати, а вы до сих пор сомневаетесь в моем гребаном везении? Тогда приготовьте подставку для вашей челюсти, ибо она может просто-напросто отвалиться.